Вот в этой плеше, по-моему, там надо было, нет, поворачивать? Да-да-да-да-да. Вот здесь. А вот и за... мы переехали. Заправка далеко дальше. Враг, 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 враг. Так огонь с пулемёта. Заправки. Я не достаю вторгений. Просто пошугай. Ну все, отсюда будем заходить, чё? У нас потери. Стрелка убили, да? У нас стрелка убили. По-моему. Как будто где-то, где-то с 20, с 20. С холма где-то долбит. А с Доник, мы на заправке застряли, тут нас обстреляли из ПТРД, машинка выбита. Ну, мы пока с пехотой разбираемся, здесь сейчас зачистим, пойдем вперед, нас задержали. Понял, хорошо, я веду оставшуюся Браву в атаку. Я, мне пришлось расстрелять Тельцара, так как он решил не быть командиром. На 10, ёлки, уходит, вверх уходит. Вон он, гад этот. А у нас там это со спины винтовка наша бьет. На кого еще я? Давайте, короче, поднимемся наверх на 80 и в зеленку пойдем, а то здесь как-то... О, ДП, Маша, ДП, стой, не, стой, стой, стой. Использовай КВ. Стоим, стоим, ДП просто. Почему? Почему? Это я. Я с бота снял. А, хорошо. Стоим здесь пока, ДП пришло к нам. Вражеский пулемет. Здесь хоть укрытие. А ты что, командира убил бота? Она второго отделения? Нет, я его не убивал. Я просто бота решил поутать, уже до меня застреленного. Смотрю, рация, я ее спер, пока никто не успел. В атаку, короче. Что там пресс? Вот, тут наш ДП слутал, махал. А, все, хорошо, идем вверх тогда. Можно хоть и поутать его? Мы сейчас до него пойдем. Давайте вдоль холма на ноль, туда, где нас ждали. Ну и на шум пойдем сейчас, короче.
Там есть чем-то у него? Ничего нет? Ну, все, дальше идем. Только он этот пистол снайперский снабжен. Где-то Мосинка долбит. Справа. Впереди какие-то. Так, кирпичная хрень. Ай-яй-яй. Где все остальные? Хороший вопрос. Ганамак какой-то, сейчас посмотрим. Немец. Денег мы зашли к деревне. Прием. Метку дал. Кто возле церкви прошел? ППШ за церковь. Подожди, я сейчас. Да,
да. Вроде умер. Ранен? Да. Вроде не попадали. Возвращаю на к тому трупу. Давай. Это ПШ. А нам долбят откуда-то. С 300 вроде. Тут тимак. Наш двое, слайд там тимак. Тут укрепление окопа на 340, на 330. Скорее всего, там засели. Да, так точно. Заржаться. Охренеть. Ворон зараза. Ай, ПЗ. ПЗ нафиг ты сдавался, объясни. Блин, а вот он просто бегает, не знаю сколько. Он за полкилометра бегал. Не, надо им поставить, чтобы не убирался до триггера, это я зря делаю. Что, может, не разбегается? Побольше, не знаю. Ну, у меня до триггер убирается, когда вы въезжаете. Ага. Может, метров на 100, не знаю, сделать больше. Да нет, сложно. Даже не надо его менять, там нормально. Постоянно.
Красно нужно что-нибудь добавить, или вооружение, или гранат, там не знаю. В смысле, вы нормально как смотришь, справляетесь? Не надо быть, пожалуйста, блядь. В смысле нормально? Знаешь, как тут плохо все. А Зоник, а конечно, Аздоник, Аздоник. ДЧК, который все эти Аздоник. Гармаки разрывает. И ПТРД. Понимаешь? Пулемета два. Мы просто скилловые игроки, мы затащили на скилле. Да конечно, ага, я видел тут один в один. ПТРТ вроде вообще в полете пострелял. Позвольте, поставим кусты, пожалуйста, чтобы... Да, посмотрели то. О, Аркадия, баба. О! Все. Все. Че, я последний был? Да, нет, в зоне последний, 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 последний,